На канале «Россия. Время главных новостей дня». В эфире «Большие вести». В студии Игорь Кожевин. Здравствуйте. Понимала ли Меркель, какое приветствие звучало в ее адрес в Киеве? Зачем она подбадривала Порошенко обещаниями антироссийских санкций в тот момент, когда Путин встречался с немецким бизнесом? Здесь мы пытаемся наводить мосты. Знакомые все лица. Надевать форму, брать автомат, идти воевать. Ты можешь из Израиля возвращаться? Можете ехать с вещами и больше не возвращаться. Мы нуждаемся в поставках летального и нелетального вооружения. Кого и за что Россия включила в свои ответные списки? Дискуссии Русского народного собора. Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир. Добьются лишь противоположного эффекта. Впечатляющие кадры российско-японского диалога. Эксклюзивный репортаж Евгения Попова с учений НАТО в Норвегии. Нам все равно, кто враг. Деталь погнули при монтаже. Это же техническая ситуация. Названа причина ЧП при запуске «Союза». Такое непривычное московское метро. Поездку в метро многие теперь сравнивают со спортивным ориентированием. Когда новая система навигации ставит в тупик. Невозможно понять, какая станция следующая. Только ли дело в консерватизме москвичей? Пещерный национализм, русофобия, беспардонные вмешательства в церковную жизнь объединяет одно – желание переформатировать мир, которым будет легче.